Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы, примерно треть размера Земли. Он имеет тонкую атмосферу, которая заставляет его колебаться между горячими и морозными температурами. Меркурий также является плотной планетой, состоящей в основном из железа и никеля. Его магнитное поле составляет всего 1% магнитного поля Земли. И у планеты нет лун. Поверхность Меркурия имеет множество глубоких кратеров и покрыта тонким слоем крошечных частиц силикатов. В 2012 году ученые обнаружили обширные свидетельства органики, строительных белков жизни, а также водяного льда в кратерах, защищенных от Солнца. Тонкая атмосфера Меркурия и близость к Солнцу означают, что на планете не может быть жизни. При обращении Меркурия вокруг Солнца большая ось его эллиптической орбиты поворачивается на 1 градус каждый год, описывая полный круг приблизительно за 360 тысяч лет. Явление стало первым доказательством общей теории относительности в 1915 году. Сутки на этой планете длятся 2 трети его года. На солнечной стороне температура зашкаливает за 400 градусов Цельсия, а глубокой ночью падает до минус 200 градусов Цельсия. Меркурий довольно темный по сравнению с другими планетами и твердыми телами Солнечной системы. Альбедо Меркурия, то есть мера отражения света телом, очень низкий, ниже, чем у Луны. Возможно, это связано с тем, что внешние слои Меркурия богаты темным элементом, вроде железа. Но внешняя кора Луны содержит еще больше железа. Но, скорее всего, это связано с графитом, которого, как оказалось, на планете очень много. Основная теория, которая объясняет нам такой состав планеты, это столкновение. Гигантский удар разбил планету и выбросил значительное количество ее материала на Солнце. Цвета показывают, сколько энергии Солнца его поверхность отражает на определенных длинах волн.